Всем приятной жизни! Это Шашлык, и мы продолжаем играть в Angry Birds 2. Вчера я не играл, то есть... Я, по-моему, позавчера... Вообще, давно я не играл. Должен вам сказать, тут уже прошло... Ну, как давно? Два дня. О, круто! Первое место мы на белой птичине заняли. Вот так вот не заходишь, и первое место тебе дают. И сегодня опять белая птичина. Блин, мне б вот эту. А они что, по порядку идут? Я что, пропустил? Да не, не может быть. Я же два дня не играл, а не семь. Или сколько их тут? Ну да, семь птиц всего. Так, ладно. Давайте катнем аренку, тогда пофиг, удалось занять первое место. Белая птичина, удалось ее проапгрейдить, это здорово. Так, тут надо вот эту ТНТ-ху взрывать нечем. К сожалению, второй вариант задувать в центральную балку, чтобы это все упало. Давайте попробуем завязать этот вариант. Ну, короче, мы тут зафейлили. Да, вариант плохой был, что-то я не подумал, что вот эта-то свинина останется нетронутой. Надо было подумать об этом. Ладненько. Да что ж такое-то? Вечно с утра голос хандрит. Не любит он, когда я рано просыпаюсь. Ну, кстати, сегодня я не рано-то пришел даже. В каком-то смысле. Сейчас уже 9:20, я обычно прихожу там в 7:30 и начинаю писать видосы. Сегодня в 9 пришел. Так что голос, я не рано сегодня. Все нормально. Я сегодня еще пиццу с утра захавал, ну точнее кусочек пиццы. Так что я вообще должен быть довольный, как арбуз. Не, что я творю, подождите, тут надо подумать. Блин, а вообще, может, не надо тут ничего изобретать, докинем просто вот так яичко. Ну да, и все. И не надо ничего изобретать, действительно. Так, тут вот надо красный завалить, красный нет, к сожалению. Блин, обидно. Ой, вообще фейл. Вообще полный фейл, ребят. Хотя другой момент. Может получится? Не. Ерунда. Ну, все, вот красное. Ну, ладно. Все, зафейлили конкретно. Конкретно зафейлили. Все, тут вопросов нет. Эту аренку. Ну, у нас все равно белая птица прапана, так что я особо и не стараюсь. Вот, фиг ли мне стараться, когда у меня и так эта птичка уже в этой лиге. Гениальный ход, просто 5-5-бальный ход. Ну все, 4 стакана брали, ну пофиг на них. 402. Да, это мы, конечно, в попе будем, в конкретной. Ну, то есть, самый худший, наверное, результат. 15 место, скорее всего. Ну, 14, ну, потому что... Ну, на 15 тоже чувак, видимо, на пофигах играл. Так, ладно. Надеюсь, уровни сейчас не так же я буду проходить, как я аренку проходил. У нас уже 35 кристаллов, кристаллы потихоньку нарастают. А что это я играю сейчас? Я что, играю тот уровень, который я уже играл? Там просто медалька была. Подождите. Блин, ну мне его надо сыграть, потому что иначе я жизнь потеряю, если сейчас выйду. Что-то я вообще неимоверно туплю-дуплю. Туплю-дуплю. Именно так, туплю-дуплю. Ну, давай, родимая, давай, ну, ТНТ-шечка, ну. Ай, скотина. И чё, тут ничего не взорвало? Ну, вообще, фейл, фейловый.
Так, ладно. Проходим так. В лоб. Не получилось нормально, проходим в лоб. Вот же говнюки. Но у меня все равно чувство, что этот уровень уже проходил. Вот он у меня не покидает почему-то. Давай. Блин, вот вечно говнарь есть, который выживает. Вот ты скотина, а. Ну, падай, зараза. Во, упала ништяк. И вот как мне придется эту тратить на такую фейловую свинью. Ой, три карты, три этапа, ну... Слушайте, я не помню, вот еще такая подстава, я не играл два дня, получается, да? И вот такая подстава, то что... Если б я эти дни играл, я бы... Блин, да скотина, летун, вот нахрен ты нужен, а? Там он ты... Ну все, страйк сделали, вообще изичный. Ты, блин, паскудный летун полетел. Давайте посмотрим, может он об этот шпиль убьется, хотя я сомневаюсь. Не, он летает тут, ну, придется запускать. Ой, ёшкин, матрёшкин, кочерёшкин, так... Ну да, таким образом мы можем снести. Да пофиг уже мне, как бы этот уровень, я его, по-моему, прошел. Вот, по-моему. По-моему. Давай падай уже, все. Так, ладно, все, он на этом, мы... Ну, все равно жизнь, получается, потеряли. Слушайте, а дайте-ка на карту выйти. Почему мне... Или я туплю? Раньше просто... Да, тут у меня уже раз, два, три звезды. Какого хрена ты на нем вообще сидишь? Вон, я его уже прошел на три звезды. Она, блин, сидит на нем. Давай 199. А раньше такой фигни не было. Раньше она всегда сидела на последнем уровне. Ох, да. Тупняк. Так, ну это изи страйк. Изи страйк, так. Вот не люблю я вот такие вот. Знаете, почему я их не люблю? Потому что их хрен, блин. Ой, я не ту птичку запустил. Фак. Я хотел эту ж серебрянку запустить. Ладно, тут, наверное, надо как-то... Давай. Падаем. Ага, отлично. Синенькие красавчики. Блин, вы просто смотрите, как траектория тут нарисовалась. Охренеть просто. Да, это забавно. С ума сойти. Так. И вот нахрен тут залетел. Давайте ждать, но он должен разбиться. Он уж прям... ну давай разбивайся, давай вверх, а теперь резко вниз. Вот, красавчик. Так, у меня вопрос. Тут предполагается, что как бы вот эта конструкция, упав, отразится и... Слушайте, я, мазафака, гениален. Я вообще сейчас чем думал? Попой или ноздрёй? Похоже, что ноздрёй. Ну, чё вот так вот не сделать сразу, да? Ну, хотя оно бы... Да! И это был бы страйк. Ну,
очень большая вероятность, потому что ТНТ-ха бы упала. Нет, блин, я какую-то вообще серебрянку куда-то закинуть подумал, что она... Короче, я еще не проснулся. Послуны. Послуны я сплю, если что. Меня не кантовать, я туплю. Я сплю, потому что я туплю. Задолбали летуны. Просто сдохните, скоты. Ну что, теперь придется ждать, а фигли я могу сделать. Вот этот элемент из игры убрать, вот реально он ничего не делает, кроме как бесит. То есть я понимаю, вот и в чем... Не, он еще собака так притормозил аккуратненько. Вот же ты скотина, а. А шо ж ты, ну давай теперь садись резко. Вот красавчик. А, он ничего не делает, кроме как бесит. Серьезно. Вообще план был немного не такой. Хотя... Не-не-не, не такой. Хотя, в принципе, результат не самый худший. Эту ТНТ-шку я откинула просто реально птичину. Окей. А, последний этап. Вот ненавижу я вот такие вот, которые, да. Ладно, давайте запустим толстую, попробуем пробить тут ТНТ-шку и... Не, это вот зараза на этих воздушных... Не, ну на воздушных шарах. Причем хотите прикол, а я сейчас проиграю. Если мне не дадут карту... Ну вот единственное можно... Да ладно! Да как такого вообще возможен такой фейл? Ёптите, вы не долетаете до... Ой-ю... Гэч. Ну! Да ладно! Вот это фейл, ребята! Слушайте, так хорошо шел уровень, не так его зафейлили, только я могу. Да, да, да. А еще главное такой, в какой-то момент думаю, да пофиг, один фиг пройдем. Вот что я сейчас сделал? Это вот вообще, что, как это назвать-то? Шашлык тупит не по-детски, да, это так называется. На тебе, блин, задолбало ждать этих летунов. Не знаю, что они их втыкают, этих летунов. Везде, куда ни перни, блин, там летун сидит. Это же не прикольно. Вот эти кидатели и то больше как бы нравятся мне, чем эти гребаные летуны. Фигли там та ТНТ-ха взорвалась, непонятно. Вообще, я сейчас ничего не понял, что произошло, ребята. Что это тут было? И куда она сейчас полетит? И что это я сделал? Блин, да задолбали дебилизма куски. Кто эти уровни проектирует? Который... Ой-ой-ой, не, можно я переночну? Можно, можно, можно. Что за га-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 
а? Баю, баюшки, баю, ты собака, ты усни. Задолбался я тебя ждать, на тебе, сука. Да нет, дебилизм. Мы вообще тут страйк сделали же, да? А сейчас... О, вот вы видели, ТНТшка над этой взорвалась, и нифига. Дайте еще раз. Дайте еще раз. Вот, и тут можно, запустив... Нибудь так аккуратно. Бум, сделать страйк. Вот.
Все, красивый страйк, что вам не нравится? Вот и все. Вот теперь мы обязаны проходить. Так, тут я думаю, надо, пользуясь ускорителем, запускать толстую. Ну, ёшкин ты кочерёшкин, да задолбала. Какого хрена там нельзя вот ее так запустить, чтобы она, ну, вниз, речка. Так, чтобы она вниз, ну, снесла, ну ладно, пофиг. С двух так с двух. В принципе, меня из двух птиц-то устраивает. Блин, там положили... На тебе, разносик. Давай, 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 лети, лети, лети. Ну, взрывайся. Чё, не, нифига. Собака. Попадешь, попало. Ну, а тут-то хоть взорвутся эти. Ну, ТНТшка, ну сдетонируй. Ну, пожалуйста, ну будь ты. Да ну нахрен. Ну, тупняк, а. На тебе. Вот так вот сразу нельзя было сделать. Блин, потратил миллион карт. Золотосвин. Так, а у нас уже и нифига не осталось, чем его крыть. О, нормально ты. Теперь можно хоть пробовать вот так сделать. Что, не упадет? Обидно. Слушайте, очень обидно. Я надеялся вообще на другой результат, на самом деле. Вот совсем на радикально другой результат я надеялся. О, ну уточки, это хорошо. Хотя, что хорошего? Не, ну они могут зарушить, в принципе, да. Уточки. О, да, вот тут будут прыгать, поэтому... Да, ну а чё, у меня выбора нет. Уточек залетаем. И... Ну они обрушили, в принципе, нормально. Сейчас, если нам птичку дадут какую-нибудь, то мы, скорее всего, пройдем. Так, ну, птичку, в принципе, все. Вот все. Да. Эчк! Ну, конечно, получилось. Получилось. Ну, это, конечно, не три звезды. Или три. Слушайте, три. Я бы три тут не дал. А, ну, мне дали. Хорошо. Так, и следующий у нас босс. Ну, давайте босса тогда уже... В следующем выпуске попробуем пройти, а этот выпуск я тогда на этом закончу. Большое вам спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.